Здравствуйте, меня зовут Бохиан, и вы на моем канале Bonus Life. Добро пожаловать! Если вы впервые на моем канале, то я Бохиан. Здесь мы говорим о корейской косметике и о правильном корейском уходе. Иногда я рассказываю о корейской культуре тоже, потому что я кореянка. Если вам такая тема интересна, то подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал и смотрите дальше. Сегодня у меня видео про пустые баночки. Интересно, что у меня по тону они все почти получились белыми. И давайте посмотрим. Начнем с ухода за волосами. Вот такой вот шампунь у меня закончился от бренда Nature Republic. Называется Argan Essential Deep Care Shampoo. Это шампунь с аргановым маслом. Аргановое масло, вы знаете, очень такой хороший продукт, ингредиент, который часто используется для продуктов для волос. Мне этот шампунь понравился, но мне кажется, этот шампунь особенно хорошо подойдет у кого тоненькие волосы. Он делает волосы очень-очень мягкими и очень приятно его использовать. И я знаю, что это хит продаж данного бренда. Это второй шампунь от бренда Skin Doctor Miba называется, и Calf Mineral шампунь от выпадения волос. У меня уже вторая, по-моему, бутылка такого шампуня. Я вам не скажу, что я прям у шампуня от выпадения волос вижу такой драматический эффект. Я видела такой прям эффект заметный, когда у меня очень сильно выпадали волосы после родов. Сейчас, ну, как бы нормально. Не скажу, что после этих шампуней, после этого шампуня именно волосы именно мягкие, он больше именно ухаживает за корнями волос, чтобы было меньше выпадения. Поэтому, если кому такая тема интересна, то можете обратить внимание на этот бренд. Переходим к очищению. Вот такой вот у меня тюбик очищающей пенки для умывания Dust Zero закончился. Эта пенка очень хорошо глубоко очищает кожу, очень хорошо подходит для жирной кожи. И очень хорошие моменты — это то, что он отлично пенится, образует очень густую пену, чем приятно умываться. И также у него очень маленький расход, можно пользоваться хоть полгода или хоть год, потому что он вообще не заканчивается. И получается, что это достаточно бюджетное средство. И, кстати, все ссылки на продукты оставлю внизу под видео, всегда обращайте на это внимание. А вторая пенка такая у меня от Cosrx AC Collection Calming Foam Cleanser. Это как бы второй уровень пенки данного бренда с салициловой кислотой. Они сделали тоже с эффектом для проблемной кожи, но в то же время пенка очень мягкая. После умывания кожа не сушится, но при этом, если сравнивать, у них есть три вида пенки. Это гель для утреннего очищения, который идет с меньшим эффектом очищения, но больше для проблемной кожи, для сухой кожи он отлично подходит, потому что вообще не сушит кожу. Потом идет AC Clear, вот эта пенка, которая имеет больше как бы эффект очищения, но при этом тоже не сушит кожу. И есть салициловая кислота, которая глубоко очищает кожу, но может немножко сушить кожу, у кого кожа сухая. Но для жирной и проблемной кожи та пенка тоже подходит. Универсальная пенка получается самая вот такая. И здесь тоже 150 мл, а пенки я рекомендую брать сразу большие, потому что умываться нужно каждый день. Постоянный гость моих видео про пустые баночки – это диски Cosrx, потому что я просто их очень-очень люблю. Я больше всего люблю зеленые диски, они мне больше всего подходят, потому что он синцеллый. И у кого очень сухая кожа, то рекомендую увлажняющие диски, которые голубые. У кого проблемная кожа с акне и жирная кожа, рекомендую красные. Они все очень хорошие, очень удобно пользоваться, потому что я полотенцем не протираю лицо, поэтому мне сразу после умывания беру этот диск, протираю лицо, свежесть тонизирует, еще раз дочищает кожу, если где-то остались загрязнения, уже пыль, например, прилипла. Поэтому это очень удобный формат, который мне нравится. Также очень удобно его с собой возить куда-то, чтобы не носить с собой тонер и отдельно ватные диски. Следующий продукт — это тонер тоже от Cosrx. У меня прям пошла волна Cosrx. Это новинка Ахабаха Витамин С Daily Toner. Несмотря на то, что всегда нам казалось, что кислоты и также витамин С — это ингредиенты, которые не сочетаются, они разработали такую формулу, что эти ингредиенты, очень эффективные ингредиенты, в одном продукте, которые не мешают друг другу. Это тонер выравнивает тон кожи лица, и так как здесь кислоты, он имеет эффект такого легкого очищения кожи, можно использовать каждый день, потому что он очень мягкий. Доза кислот и витамин С достаточно низкая. Вообще тонеры — это больше такие водянистые средства. Протираем лицо. Можно носить руками, но я больше люблю протирать этим тонером лицо. И, в общем, мне очень понравился. И эта серия всех больших тонеров. У них есть три вида тонера
с прополисом, который мне очень нравится. Тот тонер больше для питания, для увлажнения и для успокоения. Мне тоже очень нравится. В общем, я рекомендую вам обратить внимание на эти новые тонеры. Они очень большого объема и они очень классные все по эффекту. Также закончился вот такой крем, у которого даже крышка потерялась. Это крем от бренда Innisfree Biza Sika Balm EX. Это крем Balm для увлажнения кожи. Здесь очень чистый состав, он подходит абсолютно для всех типов кожи. Но несмотря на то, что это называется Balm, я не скажу, что это прям очень густая текстура. Подойдет абсолютно всем, он не сильно жирный, а просто подойдет универсально для всех. Также крем в тюбике вот такой от бренда Viti Sika Cream. Это гелеобразный крем, очень-очень легкий. И в основном им пользовалась не я, а мой муж, потому что у мужа очень жирная кожа с расширенными порами. Очень легкий крем, но не подойдет для тех, у кого сухая кожа, например, как у меня. Кто любит легкие текстуры, тоже можете попробовать. И еще последнее средство – это крем. Вот такой, если вам видно. Это крем Pure Water Cream от бренда Purita. Purita тоже бренд очень хороший, с безопасным составом, с чистым составом. Мне нравятся бренды, которые имеют свой такой месседж. И они не только просто создают косметику, чтобы много продать, а именно заботятся о коже клиентов. Это один из таких брендов. Это тоже легкий крем, который я использовала и для себя, и для мужа. Мы всегда используем вместе косметику, я подбираю ему для его типа кожи, потому что у нас разный тип кожи. Обратите, у Purita есть разные очень интересные средства, но я хочу сделать особый акцент на серум с витамином С, потому что витамин С это очень классный, эффективный ингредиент в косметике, и также Boosting Essence с ферментированным экстрактом. Ферментированные ингредиенты тоже очень хорошо выравнивают тон кожи лица, придают коже упругость для возрастного ухода, это очень классный ингредиент. Есть еще вот такой вот мой очень любимый продукт, это масло для лица Soybean Energy Oil EX от Innisfree. У него и чистый состав, у него очень классный эффект, несмотря на то, что это масло, он моментально впитывается в кожу лица, не оставляет жирного блеска, но при этом кожу очень-очень хорошо увлажняет и питает. Поэтому рекомендую для возрастного ухода, у кого сухая кожа, в принципе для комбинированной кожи на осень, на сухую осень, на зиму я очень рекомендую. Сейчас летом масла вообще не очень будут актуальны, я думаю, что только для тех, у кого сухая кожа. И еще вот такая вот ампула сыворотка с Тинтеллой, это новая линейка Hydrium для увлажнения кожи. Эта сыворотка с Тинтеллой очень легкая по текстуре, почти идет как тонер, как вода. Я, кстати, никогда не встречала такую вот жидкую сыворотку. Она хорошо успокаивает, подходит для чувствительной кожи, раздраженной кожи, но для возрастного ухода, для тех, у кого кожа нормальная, то, возможно, вам не будет хватать питания какого-то, поэтому больше рекомендую для молодой кожи. Есть еще вот такой вот от Balm от бренда MongDS. Это бренд, который я использую для моего сына Буха. Потом сделаю отдельное видео про детскую косметику. Это самый густой вид средства для увлажнения кожи. Удобно, что это маленький формат, хотя минус в том, что он быстро заканчивается, полностью с безопасным составом, за исключением всех химических ингредиентов, которые могут потенциально раздражать кожу, хорошо увлажняет. В общем, использую иногда для себя тоже, если у меня есть сухие зоны. Еще вам покажу детский бренд, который у нас постоянно заканчивается. Это бренд Monash, который я тоже использую для Буха с самого рождения. Как мы познакомились с этим брендом, у меня шампунь и body wash в одном, и также вот этот лосьон. На самом деле у меня это моя третья или четвертая бутылка. Я доверяю этому бренду, потому что лично знакома с разработчиком, с ее замыслом, как она вообще начала разрабатывать. Она отлично разбирается, она специалист по составам, потому что долго работала в конторе по FDA, это сертификация косметической продукции и других продукций для Америки, вот, и начала разрабатывать свою безопасную косметику именно для своего племянника. И эти средства очень мягкие, и самый большой, наверное, плюс еще один, что ну, он объемный, это хорошо, и текстура очень приятная, и вы можете использовать не только для малышей и новорожденных, но и также для себя, потому что средство отлично увлажняет и укрепляет защитный барьер кожи. Я, наверное, сделаю отдельное видео про этот бренд, потому что очень многие хотят знать про детскую косметику, потому что это очень-очень важно. И хорошая еще новость, что этот бренд я смогла привезти в Россию, мы ждем его с нетерпением.
потому что в России и в других европейских странах, к сожалению, я очень была удивлена, что мало средств для детей с таким чистым составом. Везде есть компоненты, которые в Корее считаются нежелательными для детской косметики. Поэтому вот такие вот средства я очень люблю. Ну и так я быстренько показала вам мои пустые баночки, которые я собирала в течение нескольких месяцев. Я думаю, что скоро будет еще серия пустых баночек, потому что сейчас на карантине, еще больше времени на уход. Все ссылки оставлю внизу на продукты. Я надеюсь, что видео будет полезным для вас. Будьте здоровы и встретимся скоро. Пока!